Всем огромный привет, дорогие друзья! Получила я две посылочки из сайта AliExpress. Мне кажется, здесь пришла мне фурнитура. И давайте, кому интересно, посмотрим, что же я тут заказала. Посылочки шли вместе, они пришли в объединенные посылочки, что облегчает им доставку, видимо, и такие посылочки приходят они очень быстро. Вот за 10 дней эти посылочки мне пришли. Здесь я заказала бейлы. Вот я сейчас вижу, что они прямо огромные. Я считаю, ну, я, наверное, сама неправильно прочитала. Вот, может быть, там размер был указан. Но они прямо вот огромные, девочки. Сюда, наверное, 5 миллиметров шнура пройдет, если не 6. Ну, силиконового шнура. Вот, на самом деле они хорошенькие, красивые. Здесь два цвета. По 10 штук они идут, оказывается. Вот, бронза и серебро. Вот такие вот элементы. Я первый раз такие беру. Они мне показались довольно интересными. Это так и есть, но правда они вот такие вот грубоватые, они большие. Но для каких-то больших вышивок они подойдут, конечно. Вот, но они, как бы сказать, не такие изящные, как хотелось бы мне. Ну, обязательно сгодятся, я думаю. А так качество неплохое. Насчет покрытия ничего сказать не могу. Вот, следующие детальки, это вот такие подвески. Здесь их 5 штук. Очень аккуратненькие. Тут вот есть... Что же, я ничего не взяла. В общем, вот тут отверстие есть. Вам может... А, видно тоже, так ведь? Вот такая деталька. Мне показалось тоже интересным куда-то использовать. Очень хорошо. Они аккуратненькие. Легкие. Металлические вроде бы. Ну, это вы посмотрите. По-моему, я металлические всегда заказываю. Так, еще вот такие красивые элементы. Это под серебро. Немножко выпуклые эти. Вот. Около 5 сантиметров. Вот эта выпуклость. Высота имеется в виду. А так, наверное, где-то 3-3,5 они в диаметре будут. Очень симпатичные, можно подвесить. Вот тут есть ажурные вот такие вот кружочки, через которые можно подвесить. Здесь такой возможности нету. Вот здесь есть. Можно как центральный элемент использовать, подвесить что-то. Или как соединительный. В общем, эти вот гораздо в этом плане более полезные будут. Вот. Вроде как металл. Так, еще я здесь заказала. Так, здесь их 4 штуки. Вот такие элементы. Тоже красивые, так ведь? Вот аккуратные. Вот. В таком восточном стиле. Под серебро. Не помню, была ли бронза. Видимо, нет. Если бы была, я бы взяла. Потому что вот эти элементы очень красивые. Что-то у меня тут много серебра. Так, вот эти тоже 4 штуки идут. Смотрите, какой ажурный красивый элемент. Вот. Красота невероятная. Очень аккуратно тоже выполнено. Все ссылки я вам оставлю внизу. Вот. Дальше что? Так, здесь тоже такие переходники. Маленькие. Не знаю, сколько штук. 20, что ли. Вот тут такая цифра. А может, меньше. В общем, это посмотрите количество. Вот такие они. Тоже симпатичные. Это, по-моему, античное золото. Цвет похож на античное золото. Вот. Ну, тоже очень... Нужны такие элементы, когда собираешь в несколько рядов украшений. Вот тут 3.
Можно в два ряда собрать, вот через один. Почему нет? А так хорошие такие элементы. Так, и здесь я дугу заказала. Так, дуги тоже две. Смотрите, видимо, две дуги идут вместе. Красивые дуги. Тоже довольно аккуратные. Вот. Много что можно сюда подвесить, как вы понимаете. Тоже красота. Восток, дело тонкое получится. Вот это была одна посылка, есть еще одна здесь, наверное, поменьше. Давайте посмотрим. Так, вижу, тут бейлы я заказала, но это как бы такие у меня уже были, но были они другого цвета, что-то они очень легкие, девочки. Металл ли это? Посмотрите, что-то я сильно сомневаюсь. Тут они какие-то как будто на металл не похожи. Надо посмотреть и попробовать раздавить, если что. Ну ладно, это мне для одного проекта надо было. Покажу вам. Ну, они так-то аккуратные. Красивые. Так ведь? Античные бронзы, либо золото, что-то такое. Вроде бронза. Что-то среднее между бронзой и золотом. Может, античное золото все-таки это. И здесь их много. Видите, сколько? Вот. Я буду использовать не как бейл, а как бусинку. Так, что тут? А, девочки, что это такое? А, вот это античное. Кругом все шумит. Кстати, вот это видео я снимаю на новую камеру. Посмотрим, что получится. Это смесь, смесь бейлов. Тоже вот такие, точно такие же увидела. Думаю, что это такое? Это был микс. Вот я заказала микс. Вот эти похожи вроде как на металл. Ну, не знаю, внимательно прочитайте. Вот эти красивые, хотя тоже большие. Но у них, видите, какой рисунок хорошенький. Вот. Тут разные есть. Вот эти тоже. По сколько штук? Вот эти по две штуки. По-моему, они все по две. Такие большие по две. Вот эти по две. Кстати, стоит брать микс, потому что вы сразу получите, видите, сколько красоты. Вот, вот эти разные. Эти уже не повторяются. Вот. Кстати, эти тоже разные по рисунку. Да, вот таких два. Ну, вот эти уже нам знакомые. Ага, вот и брак попался мне. Как же без брака в миксах? Вот такие есть. Вот эти маленькие, хорошенькие. Такие у меня раньше были тоже. Вот, это что такое? Это мне два брака подсунули. Вот это точно брак. Но здесь еще можно зажать, я думаю, если не сломается. Вот. Вот такие бейлы. В общем, без брака не обошлось. Как всегда. Но бейлы красивые. Вот, дальше что? У меня тут... А, у меня тут крупные бусинки, смотрите. 8 штук их. Давайте все вытащим. И все-таки поглядим. Такие крупные. Эти ажурные у меня уже были, но я брала тогда поменьше размером они были. Вот эти покрупнее. То ли 15 они идут, то ли 16. Вот они такие. Это темные... Темно-бронзовый цвет. Ну, немного мрачноватые они, конечно, и немного они все-таки грубоваты для меня. Ну, для какой-то центральной бусинки или для сатуара, может быть, можно будет использовать. Но вот эти отверстия, они все-таки крупноваты. Ну, так. Как-то так. Ну, ладно. И здесь я на пробу заказала вот такие
колечки. Они металлические, они разноцветные. 8 миллиметров эти, похоже. Почему я такие взяла? Или помельче, мельче не было? Вот смотрите. Что-то они для моего проекта большеваты. Зачем я такие заказал? Не помню. Но это... Они разъединяются? Нет? Давайте посмотрим. Я такие цветные беру первый раз. Да, они разъединяются. Они внутри такого же цвета, что очень хорошо. Я думала, они просто покрыты каким-то цветом. Нет, они прямо из такого цвета и довольно жесткие. Но здесь, чтобы след не оставался, нужны другие инструменты. Ну, карбоновые вот эти. В общем, вот цвета такие не очень яркие. Кстати, надо посмотреть. Качество у них неплохое, вот только диаметр слишком большой. Надо посмотреть, есть ли поменьше. Надо брать поменьше все-таки, наверное. Ну, посмотрим, может быть, что-то и соберется. Если что-то у меня получится, я вам обязательно покажу. Ну все, девочки, это были все мои покупки. Пока не очень много хочется заказывать. То, что вот эти дуги мне очень понравились. Однозначно. Вот первая посылка была очень даже неплохая. Ну, вторая, конечно, не очень. Когда видишь враг, это всегда расстраивает. Так ведь? Вот, все, девочки. Всех благодарю за просмотры и до следующего видео. Пока-пока.